Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про фиточай шалфей. Я где-то в интернете прочитала то, что если пить шалфей один раз в день, то можно уменьшить количество молока, которое в груди. В общем, я постепенно завершаю грудное вскармливание. Сразу у меня это не получается сделать, потому что ребенок постоянно плачет ночью. Вот я кормлю сейчас только ночью, а днем спокойно обходимся без груди. Так что вот я вам лично советую пить шалфей, потому что вот я целый день хожу, и у меня не бывает приливов молока. Даже когда я пью чай горячий, груди мягкие. Вот раньше, если я не кормила целый день, у меня они набухали к вечеру, прям становились твердыми. А вот уже где-то, наверное, недели две я пью шалфей, и можно сказать, что он эффект есть. Я не знаю, конечно, если полностью убрать грудь, что будет. Кто-то даже говорил, что я где-то даже читала, то есть то, что кому-то шалфей помог завершить грудное вскармливание за 3-4 дня. Ну, мне кажется, это, конечно, не так правдоподобно, но организмы разные у всех, все по-разному реагируют. Я пью вот такой фиточай. Тут, конечно, написано, что это для полоскания. Настоять 15-20 минут в одной кружке и полоскать. Но я его пью. Ну, тут написано фиточай. Нигде не написано, что нельзя употреблять. Вот такой вот фильтр-пакет. Обычный. На вкус приятный, не горчит. А вот я заваривала траву поначалу. Брала, заваривала в кружке. Она была горькая. Именно трава. Когда траву завариваешь, она очень сильно горчит. И пить вообще невозможно. Я даже была на некоторое время отказалась от этой затеи. А вот потом пошла в аптеку и спросила, нет ли у вас шалфея в чайных пакетиках. И вот взяла такой. Ну что, в итоге могу сказать то, что я рекомендую, честно, если вы хотите уменьшить выработку молока, то, пожалуйста, ну, если кто-то даже скажет то, что молоко уменьшилось, потому что его, ну, спрос меньше и предложение меньше, то не, думаю, не так, потому что ночью он все же сосет грудь, и днем она раньше набухала всегда, а сейчас вообще пустая и мягкая. Так что не обещаю вам чудо-эффекта за пару дней, но вот я пью 2 недели, и мне помогает. Ну, надеюсь, скоро вообще удастся полностью завершить грудное вскармливание и с помощью шалфея разогнать все оставшееся молоко. Всем пока. Подписывайтесь. Будет очень много интересных отзывов, честных, без рекламы.